Патриотическое воспитание в любом уголке нашей необъятной Родины всегда было одним из ведущих направлений. Ответственное отношение ко всему, что нас окружает, сохранение культуры своей страны и защита ее интересов. В рамках всероссийского проекта Российского общества знания «Герои» в Казанском федеральном университете накануне состоялась лекция о современном героизме. Обсудили вопросы фальсификации исторических фактов и возможность реализовать себя в добровольческих движениях. Мало кто знает, что современное поисковое движение России, которым является одним из крупнейших сейчас общественных объединений в стране, оно зародилось именно у нас здесь, истоки берут здесь, в Казанском университете. Именно здесь у нас в 1968 году образовался первый отряд поисковый. Буду рассказывать о становлении снежного десанта, о том, как он переживал свои взлеты и падения, что сейчас из себя представляет снежный десант, и расскажу также о своем десантском опыте. То есть, как я ездил в экспедиции, чем я там занимался и прочее. Стать героем может каждый. Для этого достаточно совершать, возможно, маленький, но все же важный вклад в общее дело. Ряды добровольцев в России пополняются ежедневно. Деятельность их может быть самой разной. Мы занимаемся добровольческой деятельностью, занимаемся особо важными вопросами, это начиная с пандемии, когда мы занимались доставкой докторов, медикаментов, лекарств для людей, которые находились во время пандемии на изоляции. На данный момент мы занимаемся именно гуманитарной миссией углубленно. Разумеется, непосредственно параллельно у нас ведутся другие проекты, но сейчас углубленно занимаются гуманитарной миссией, то есть передаем нашим бойцам Республики Татарстан, бойцам Российской Федерации гуманитарную помощь, которую собирает наш проект «Все для победы», собирает наш народ, наши люди. Любовь к тому, что делаешь. Пожалуй, этот фактор является основополагающим. Важно само стремление помочь, ведь герои – не только те, кто смотрит на нас со страниц учебников истории. Герои – те, кто стремятся сделать этот мир лучше каждый день. Маргарита Михайлова, Универньюз.